всем доброе утро. Сегодня мой день начался со сборов на съемочки. Едем сегодня в Тонус Плюс снимать дядю Диму. Вы видите, что это за человек, какая у него сила, моща. Так что сегодня будем снимать рекламный ролик для Димуса. Поехали! Ждем осуточку. Вот наш райончик, посмотрите, пожалуйста. Я уже вышел с маршруточки, иду сейчас на интернациональную 13 в Тонус Плюс для съемочек. Вот. Сегодня у нас прохладный денек, так что пришлось мне утеплиться немножко. Вот так вот, друзья, так что идем вперед. Друзья, пока я жду, не забудьте поставить лайки, подписаться, поддержать канал своими комментариями и своим мнением, друзья. Здесь у нас шумно, я не знаю, слышно, не слышно, но... Как-то так. Это здание. Если кто не знает, так что, ребят, приходите заниматься в этот зал. Света мало, друзья, но я уже поднимаюсь. Так что скоро встретимся с Димусом. Я пообсудим съемочки наши. Дима, посмотрите, тот человек. Дим, ну скажи, чем ты занимаешься, пожалуйста. Работаю в фитнес-центре Тонус Плюс, инструктором-методистом. Занимался пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой. Имею 3 мастера спорта, 1 мастера спорта международного класса. Добро пожаловать к нам! Видите, ребят, так что рекомендую Димоса, я уже знаю. Свадьбу ему, кстати, снимал. А сегодня будем снимать для него ролик наикрутейший, потом увидите у меня на канале. Вот, так что начнем. Друзья, пока Дима готовится, тренировочки, вот мы уже все подготовили для съемки, рабочее место. Вот, и будем начинать, так что следите, друзья. А за моим каналчиком. Друзья, пока мы немножко отдыхаем. Дима отдыхает. Вот, вот он, герой. Вот так вот, друзья, вот так вот мы снимаем. У нас всегда все весело, всегда классно. Поэтому заказывайте на съемки. И съемки, кстати, ребят, у нас в основном бесплатные. Это 99%. Платные только праздники. Вот. Так что обращайтесь. Димос готовит себе тренажер под названием «Штанга». Здоровый, блядь, здоровый чувак. Так, друзья, съемочки в разгаре. Дима собирает свою большую штангу. Мне столько не поднять, поэтому, друзья, я даже не буду пытаться. Хотя, можем зарубиться. Тяжеленько. Но не будем, не будем страдать. Дим, расскажи, пожалуйста, как тебе вот опыт съемочки? Отлично. Как ты себя чувствуешь? Так же. Немногословен. Так, друзья, съемочка у нас продлятся где-то примерно часа 2, потому что в пауэрлифтинге существует такое правило больше отдыха перед подходами, потому что веса большие, и как бы приходится спортсмену отдыхать, поэтому ждем, пока Дима отдохнет и продолжим, друзья, не переключайтесь. Друзья, растут веса, растет напряжение. Дима готовится к рекорду зала. Ага. Дима тоже растет. Я думаю, что среди этих ребят никто не пожмет столько. Не присядет, точнее. Так что... Замечу, что это не реклама, но
у Димы майка от Яндекса. Так что Яндекс, обращайтесь, Дима с удовольствием вас прорекламирует за деньги. Яндекс, управляй мечтой. Семочки в тонус плюс. Вот. Сейчас спросим у Димоса, как ему вообще ощущения. Дима, расскажи, пожалуйста, как тебе ощущения после съемок? Ощущения отлично. Данный контент снимался впервые. Поэтому, если будут какие-то косяки, извиняйте. Но я думаю, этого не будет. Профессионал профессионален во всем. Друзья, у нас сел свет во время съемочек, поэтому мы кое-что не досняли, но я думаю, все равно получится очень классный ролик, и вы его скоро увидите на моем канале.